привет! Это рубрика «Красота» и с вами я, Настя Годунова. И сегодня мы расскажем вам о том, как правильно ухаживать за волосами в жаркое время года. Для этого мы пришли в салон «La Violette» и узнаем все от профессионалов. Расскажите секрет ухода за волосами. Секрет ухода за волосами в какой период времени? В жаркий период, в летний период. Жаркий. Главное – это уход за волосами с защитой. Он должен обязательно защищать от ультрафиолетового воздействия, потому что волосы очень сильно повреждаются в летний период. С чего же начать наш уход? С правильного подбора именно шампуня по типу кожи головы. Из чего же состоит данный уход? Шампунь, маска, масло. И, естественно, нам нужно правильно подобрать каждый продукт. Шампунь у нас выбирается по типу кожи головы, маска по типу волос. Для максимальной защиты мы еще будем добавлять масло. Какое же средство в качестве защиты может мне помочь? В данном случае вам поможет и маска, и масло. То есть и то, и другое имеют у нас защиту SPF. Ну что, друзья, я доверяю свои волосы в руки профессионалов. У нас используется шампунь «Таитянский Маной». Маной у нас – это цветы гордении, вымоченные в очищенном кокосовом масле. Дает нам очень высокий уровень SPF. Это незаменимо в летний промежуток времени. Также хочется сказать, что этот шампунь очень хорошо приподнимает волосы от корня, поэтому у девушки будет невероятный объем. Сейчас мы помыли волосы два раза шампунем по типу кожи головы. Также сейчас мы будем наносить маску, смешанную с маслом. Маска у нас не только содержит масло маной, но и также сок алоэ, масло семян подсолнечника, масло тыквы, очень много витаминов и максимальную защиту от солнца. Наносим маску на волосы. Также у нас будет выдержка 15 минут под теплом для максимального воздействия. Также рекомендовано прочесать волосы после нанесения маски для равномерности распределения. Данный этап у нас называется паровая баня, то есть сейчас волосы нагреваются паром. В домашних условиях вы тоже можете сделать такую салонную процедуру. Что вам нужно будет сделать? Перевязать волосы полотенцем и, соответственно, нагреть их феном. Нагреваем мы в течение 15 минут. В таком случае у нас очень хорошо раскрывается кутикула волоса и максимально попадают полезные компоненты. Мы смыли маску. Сейчас мы приступили к этапу нанесения масла на волосы. Масло наносится в качестве флюида, то есть это такой финальный штрих для максимальной защиты волос. Также мы нанесли спрей 15 в 1. Спрей 15 в 1 дает нам легкость, мягкость, блеск, расчесывание, термозащиту под фен и антистатический эффект. Мы получили гладкие, шелковистые, эластичные, плотные волосы, защищенные от ультрафиолетового воздействия. Это идеальный уход в летнее время. Дорогие друзья, сегодня из нашей программы вы узнали, как правильно ухаживать за волосами в жаркий период. Это была рубрика «Красота». С вами была я, Настя Годунова, и стилист Карина. Увидимся в следующих выпусках.